Стань моим другом и не забудь подписаться. Спасибо. И еще раз здравствуйте. Только недавно выпустила вам видео про прогноз погоды. Что у нас творится на Кауменвода? Скажу вам одно. Некомфортно. А на кухне у меня сегодня варится борщ. Борщ на косточках гуся. Гусь был домашний. Осталось, ну, еще на раза два мне сварить косточек. Гусь был огромный, мы мясо все съели, а косточки теперь будем использовать на первое блюдо. Очень долго варятся косточки у меня. Значит, ребятки, для борща мне понадобился бурак, морковка, лук и пастернак. Чеснок я сейчас покажу вам. Прям начистила. Но это я буду вместе с капустой его, конечно, уже опускать. Хотя немножечко зубочки я сделаю все-таки. Сейчас вот это все кину и чеснок тоже. Вот, начистила чеснок. Я его блендером пройду. И будет у меня уже готовый чесночок. Я часто так делаю в холодильник. Могу заморозить, могу не замораживать, а в самое холодное место ложу. Конечно, он накрытый. Немножечко сделаю чеснока сюда, чтобы тоже ароматик был. Все равно напитывается. Когда мы опускаем чеснок рано, все равно все напитывается чесночком. А потом еще я кину со специями. Чесночок и с капусточкой. Болгарский перчик опущу. Ну, сделаю вот так еще. Чеснок я ложу очень много. Сегодня у меня будет борщ с фасолью. Я два раза варила без фасоли. А сегодня мне очень хочется фасоль. Так, ну что по прогнозу? По прогнозу солнышко. Но ветер, ребят, еще вроде бы обещают 3 дня ветра. Я не знаю, это что вообще? Нам зачем в юге эти? Раньше, мне кажется, все равно так часто ветров не было. Ну, сейчас, наверное, холод с теплом встречаются, и поэтому вот такие ветра. Листва опала вся практически. Единственный вот у нас стоит кизил. Лист там тоже уже пожук, но я думаю, еще 3 дня будет вот такой ветер, так и он поотлетает. И на смородинке остались листья. А так, ребят, все пооблетело. Но погода наладится, уже даже в пятницу хорошая погода. Начнем всю листву собирать. Ну, вот теперь я понимаю, мы уберем, так не будет этот обезьяний труд. А то убираем, убираем, а листва и падает, что ты убирал, что ты не убирал, одно и то же. Сегодня хочу что-нибудь испечь, ребят. Прям хочется мне. Ну, еще не придумала, что. Только думаю, что я печь буду. Муж купил яблок, думаю, может быть, что-то я из яблочек сделаю. Творожное тесто, вот, и сделать, например, с яблочками эти пирожочки, да? Будет тоже очень даже вкусно. Наверное, я так и сделаю, ребят. О, везде падает снег, он же нападал, и вот сейчас оттуда обваливается, оттуда. Мы отвыкли от этого, бах, бах, и нам это... Непривычно, пугаемся. Сейчас вот с бассейна сдуло такую шапку, прям раз, а я перепугалась. Думаю, господи, что это такое? Солнышко светит, но не греет. Я совсем забыла. У меня как-то, я показывала, что варю борщ, и у меня как-то спрашивали. А вы что, Светлана Александровна, зажарку не делаете? Не делаю зажарку. И очень уже давно. Ну, на это есть причина. Все-таки мы уже люди возрастные. И пережарочку мне запретил врач. Да-да-да.
Даже я вот немножечко томила на сковородке с маслом. Мне доктор сказал, нельзя, запретил. Вот такие вопросики были, ответ получили. Видите, у меня какая болгарка сушеная. Угу, это вот болгарка. Высушила, блендером я ее перебила и кидаю. В любые блюда кидаю. То есть это может быть и первое блюдо, и второе блюдо. Вот так чесночок я прошла блендером. А теперь по чайной ложечке буду брать и использовать. Очень удобно. Еще я точно так делаю лук. Видите, какой он красивый. Это я еще пасту перцев не ложила. Очень красивый борщ получается. И все из-за того, что вот сушеный болгарский перчик. Видите, какой красивый, какой ароматный. А это вот уже тает у меня масло. Да, топленое, сливочное топленое масло. Вот такой вкусный, ароматный. Ребят, как он пахнет, если бы вы знали. Очень вкусный. Так, как планировала, так я и сделала. Будем с вами выпекать пирожочки. Пирожочки будут сладкие на творожном тесте. Гарантирую, рецепт обалденный, девчонки и мальчишки. Значит так, 200 грамм творога нам понадобится. Так, я одену очки, чтобы нам ничего не мешало. Я взвесила, прежде чем начала это. Щепоточку соли нам сюда нужно. Я еще мало очень взяла. Так, одно яйцо тоже приготовила. Я сегодня прям, чтобы не затягивать видео, прям все поприготовила, ребят. Вам не должны быть жалобы на меня. Единственное, сейчас я достану это полотенчик, чтобы был под рукой полотенчик у нас. Так, яйцо мы положили, сахара 2 ложки. Сейчас как не приготовила что-то, а уже себя похвалила, что я все сегодня поприготовила. Так, 2 ложки. Получается. Это пока нам ничего взвешивать не надо, так как я уже все взвесила. Правильно же? Так, сейчас я эту тарелочку возьму сюда, буду ложку ложить. Теперь нам надо растительное масло 50 миллилитров. Берем масло 50 миллилитров. Вот здесь уже нам надо... Я думаю, что если 1-2 грамма будут лишнего, ничего страшного не будет. Или мы не довесим. Так. Все. Вы не поверите, ровно 50. Так, молодцы мы. Теперь, значит, сахар ванильный у нас. Я выписала, чтобы ничего не сбиться с мысли и ничего не забыть. Ножницы уже испачкала. Резала курагу. Ванильный сахар. Здесь у меня ванильного сахара 10 грамм. Так. Теперь нам надо 200 грамм муки. Обнуляю. И 200 грамм. Муки нам понадобится. Значит, у меня здесь начинка. Можно яблочки, можно варенье. А я сделала курагу мелко и варенье. Вот так сделала. Так, 200 грамм. Сколько творога, столько и муки. Так. 200 грамм. Все, 200 грамм. У меня еще мука есть. Я не зря мужа попросила принести из наших
мест хранения. Разрыхлитель рассыпала. Разрыхлитель нам нужна 1 чайная ложка. Так. Это сильно маленькая. 1 чайная ложка. Ой, знаете, ребят, у меня здесь остается совсем мало. Я высыплю где-то 1,5 чайные ложки. Ничего страшного. Так, это я сразу все убираю. Теперь нам надо замесить тесто. Начинку, конечно, если вы будете, я напишу рецепт. Вот, и начинку, когда вы будете, если делать из яблок, то сделайте заранее. Я решила сделать из кураги. У меня творог был замороженный. Неужели он до сих пор не разморозился? Так давно стоит. Я же хотела днем делать. А уже у вас вот окно, посмотрите. Там уже ночь. Потому что творог замороженный был. Ну, вроде бы. Но это рукой надо пробовать. Сейчас я, ребят, буду мукой замешивать. Потому непонятное. Ну, холодная. С ложки вот убираю. Холодная. Была так уверена, даже не попробовала. Что это? Ну, да, есть комочки замороженные. Есть. Вот видите, я такая была уверена, что он весь разморозился. Ну, это не так страшно. Сейчас разморозится. Надо было мне размять его. Если вдруг у вас, ну, яйцо же у меня и соль, если у вас там, допустим, мука другая, цельнозерновая. У меня нет. У меня белая мука. Вот. Значит, можно добавить сюда сметанки. Я добавляла, ребят. Когда делала из цельнозерновой, я добавляла. Надо хорошо-хорошо замесить тесто. Прям хорошо. Я никогда не замешиваю руками. А сегодня думаю, да ладно, замешу руками. О, уже замешивается. Тесто очень, творожное тесто я люблю, ребят, если честно сказать. Я и хлеб пеку. У меня есть рецепт без дрожжевого теста. Вот, хлеба. Это у меня на твороге. Очень мне нравится. Все, а теперь я перехожу на стол. Хватит его тут мучить. И самой мучиться. Умешиваем. Хорошее очень тесто получается. Сейчас умесится. К рукам даже не прилипает. Ничего. Сейчас умесим с вами мы его, и будет все прекрасно. Сегодня я даже прерываться не буду. Я и противень приготовила, все приготовила, чтобы как можно быстрее. Ну, конечно, я же должна буду выпекать, я прервусь, не будете же вы ждать. Правильно? Выпекается при 170 градусах. Я вот еще, например, даже и не разжигала свою печку. Вот видите, маленькие творожочки у меня, которые не разморозились. Ах, вы какие! Такие сякие. Все, тесточка получается прям хорошая. А вы сами увидите. Мне надо еще чуть-чуть муки. Чуть-чуть. Ну, я даже, знаете, когда? Вот просто присыплю.
Я не буду тут его сильно-сильно добавлять муки. Тоже не надо. Вот. Я чуть-чуть присыплю, потому, ну, не рассчитано. Может быть, на яйцо, которое это, СО, может быть, на маленькое рассчитано в рецепте. Ну, вот все. Больше не надо. Вот присыпали, и больше не надо. Творог у меня домашний. Делала я даже сама его. Вот, когда молочку. Надо будет на этой неделе 10 литров молока брать мне. Творог у меня уже практически закончился. Надо самой делать масло. Сметану уже хочется, заквасочку сделать. Все, готовое тесточко. Посмотрите, какое хорошее получается. Вот, теперь мы берем муку, присыпаем. Чуть-чуть берем мукички. Не стараемся, чтобы она у нас это сильно забилась, тесто. Не делаем так. Делим на две половинки для начала. Делим на две. Так, ровненько стараемся разделить. Делаем колобочек. Даже не даем и постоять. Мы когда разделим каждую, вот, тогда и дадим постоять. Сейчас вот у меня будет печка разогреваться, и у нас будут разделены на колобочки. Мы их накроем, дадим постоять. И как раз наша печка. Так, одну половинку делим на 5. Ну, старайтесь одинаковые делать. У меня всегда проблема, чтобы ровно поделить. Ну, как-то поделила. Как-то смогла поделить. Ой, ну, если дальше будет один больше, один меньше, ребят, на выставку, что ли. Это такие мелочи. Главное, чтобы наше тесточко не забито было мукой. Вот это самое главное. Все. Я беру досточку, присыпаю мукичкой, чтобы наше тесто не прилипало. Угу. Может, кто-то на коврик делать. Я привыкла на досточку. Быстренько, быстренько. Все, ребятки. И 10 колобочков у нас должно получиться. Я думаю, что сейчас я сделаю эти колобочки. Хорошо? Разожгу духовку, и когда я налеплю, тогда я включусь. Хорошо, ребята? Так, чтобы не затягивать. Я, ребятки, вам расскажу, значит, про начинку. Начинку с яблоками я напишу, как я сказала. У меня вот варенье абрикосовое. Я взяла, ну, ложек 5. Сюда в вазочку добавила крахмал кукурузный, 1 ложка. И взяла я курагу и сюда нарезала кураги. У меня получилась вот такая начиночка. Это что касается начинки, ребята. Мои пирожочки сделаны. И еще я перед тем, как в духовочку, промазала их молочком. Все отправляю в духовку. Выпекается до готовности при 170 градусах, ну, где-то минут 25. Пока у вас все выпекается, а вы приготовьте масло сливочное или топленое, я вот сама делала. Сахар и корицу надо перемешать в отдельной тарелочке. Корицу добавляем по вкусу. Мажете маслом и посыпаете корицей сахар. И можно сверху сахарной пудрой.
Сегодня мы опускаем наши овощи в подвал. Первый поедет лук. Поедет на лифте. Смешная картошка. Утенок или кто-то. Опускаем и картошечку тоже в подвал. Стань моим другом и не забудь подписаться. Спасибо.